Выступление джазовых музыкантов, шмат замежных и белорусских артистов, сольные концерты, творчий проект областной филармонии, навод оперные спеваки. Программа, як кажуть, на любой густ. Покуль усе запрошенные артисты подтвердили свой удел у шлягеры, и теперь организаторы сбирают райдеры. Нам приезжают звезды зарубежной эстрады. Вот, это такие, как Африксимон, Германия. Вот, потом Анжей Вексель, Польша. Группа Joy, Австрия. Вот они самые первые. Приезжают 23 числа, уже как бы приобретаем билеты на самолеты. И встречаем в городе Минске. Привозим сюда. Многие спеваки прибудут техником непосредственно у областный центр. Например, Эдита Пьеха приедет из Санкт-Петербурга и планует поселиться у гостиницы «Могилёв», где и будет дальше проживать большинство гостей. Мы готовимся, действительно очень стараемся, чтобы всем было хорошо, уютно и комфортно. На данный момент, например, мы для гостей, может быть, там поселится Эдита Пьеха, делаем большие просторные апартаменты, заказали шикарную белую мебель. Хотим, чтобы город выглядел на уровне. Дарэчы, сёлета незвычайных пунктов у райдерах зорах, якія удзельнічаюць у золотым шлягеры, не было. Адзінае ад усіх пажадання, каб на концертной пляцоўцы і у гасцініцы было тёпла, бадай самое распаўсюджанае восеньское жаданне. Эдита Пьеха, райдер очень скромный, проезд, проживание и питание. Юрий Антонов несколько лет тому назад в январе попросил, чтобы у него в номере была свежая клубника круглые сутки. Как бы был вопрос, но мы тоже его решили. Это полное затемнение окон, как правило, артисты запрашивают, чтобы комфортно им было отдохнуть после дороги в течение светового дня. Ну, из такого необычного, пожалуй, все. Остальное все решаем и все выполняем. Билеты активно продаются у кассах филармонии. Цены на тематичные программы от 15 до 22 рублей. Гала-концерты и сольники, безумовно, больше дорогие. Сказать конкретно, уделить на какой-то один концерт, нет. Все идут, потихоньку берут на все, как бы, концерты предпочитают. В основном, как бы, могилевчане больше любят наши концерты, наших артистов. И, как бы, так спрашивают, есть ли билетики. Ну да, мы ждем всех, мы отвечаем по телефону, приходите, нужно, бронируем. Зарубежная, конечно, эстрада нас порадовала в этом году. Шлягер тоже люди так читают, спрашивают, точно ли будут, точно ли приедут. Официальное открытие призначено на 24 кастрычника у Палаца культуры в области. Усяго у золотым шлягеры выступят представники 9 краин свету. Катерина Градницкая, Виталь Вопсев, новины региона.